Спор, кто круче, байдарочники или академисты, разрешить невозможно. Спортсмены не выходят на воду вместе. Так было раньше. В рамках мемориала Дьяченко – грибной эксперимент. Байдарка-четверка пришла к финишу быстрее академического конкурента. Непривычно, мы не знали, как они ходят. Это была принципиальная для нас позиция – выиграть их. Два разных вида спорта, можно так считать. Это не одна даже федерация. Это раз. Потом они гребут спиной к финишу, мы передом. Михаил Боярин отличился не только в показательном заезде. Он выиграл и гонку байдарочников в одиночке на дистанции 500 метров. А в суперспринте на 1500 метров победил Артем Маразану, тоже байдарочник. Организация отличная. Это новшество для нашей приднестровской гребли. Мне соревнования очень понравились. Мне мое выступление, не сказать, что сильно понравилось. Были свои нюансы. И немного крутило на воде. В общем, ветер встречный был. Но, тем не менее, удалось победить. В принципе, я оцениваю, 5 баллов, так скажем. Мемориал Дьяченко собрал более 80 участников из всех городов Приднестровья. Данные регаты принимают участие ребята-мастера спорта. Много, конечно же, спортсменов-разрядников, как девочек, так и мальчиков. Мемориал Дьяченко – один из этапов подготовки приднестровских спортсменов к международным соревнованиям. Одно из главных – чемпионат мира среди молодежи в Италии.